итогам всех полуфиналов, которые прошли по всей России, определены 1500 финалистов среди старшеклассников и 600 среди студентов среднего профессионального обучения. В их числе и школьники из Лангепаса Константин Кузьмин и Виктория Рычкова. Решающий этап конкурса для школьников 8-10 классов пройдет в конце этого месяца. В этом году очные полуфиналы «Большой перемены» впервые проходили под единой темой «Горжусь Россией». Объединившись в команды, ребята выполняли кейсовые задания по 12 направлениям, предлагая решение прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Среди участников – школьники из Лангепаса. Старшеклассник Константин Кузьмин о том, что вышел в финал федерального конкурса, узнал в Мурманске. «Большая перемена» – это про умение прописывать грант, а не сам грант. Это очень, на самом деле, важно для понимания. И для меня лично самое сложное было, это был момент на дистанционном этапе, потому что на полуфинале там все работало по наитию. А когда ты один сидишь за компьютером, разбираешься в социальном проектировании, ты должен максимально включать все возможные виды мышления, чтобы сделать классный проект. Участниками четвертого сезона «Большой перемены» стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников со всех регионов России. Сделать классный проект – именно это объединяет активистов со всей страны. Виктория Рычкова прошла полуфинал в Ханты-Мансийске. Более 1000 ребят в рамках 2 тематических смен решали конкурсные задания. По итогам выполнения кейсов определены участники, которые представят свой регион на финале конкурса «Большая перемена». Виктория в их числе. Я считаю, что все-таки большую часть моего попадения в финал сыграла моя поддержка. Это как раз-таки Анна Григорьевна Берман, мои родственники, мои друзья и особенно мои друзья-полуфиналисты именно из города Лангепас, потому что мы собирались вместе в номере, обсуждали просто то, что прошло за день и поддерживали друг друга. Мне это прям очень помогло и морально, и физически, в принципе. И я думаю, именно из-за них я попала в финал. Ребята готовятся к следующему этапу конкурса. Со 2 по 6 ноября в Артеке пройдет финал «Большой перемены». Победителями среди учеников 10 классов смогут стать 150 человек. Они получат до 1 миллиона рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. У наших земляков есть все шансы.